Сидим дома целый день, самоизоляция. Ненем-ненем, ярненем, такая ситуация. Жена учит иностранный, самоизоляция. На талышском заговорила, такая ситуация. Талышский зачем тебе? Никуда не годится. В Масаулы поеду жить, может пригодится. От безделья джамаат уже с ума сходит. Ищет выход хоть какой, никак не находит. Ай, Арват, чай принеси, да? Иди и сам возьми, тембель. Ай, я устал, от чего ты устал? От самоизоляции, да? Ай, утомас. Целый день валяешься. Иди лучше картошку, мартошку, лук, мук почисти. Суп будем делать. На работу б я пошел, пусть меня научат. Самоизоляция скоро всех замучит. Сиди дома, не гуляй, хоть и улица зовет. Коронавирус вдруг придет, поцелует и уйдет. Нам такой любовь не надо и твою заботу. Мне все дома надоели, хочу на работу. Коронавирус, приходи, приходи на смертный бой. Как на Куликовом поле мы расправимся с тобой. Кто хочет поработать? Я! Уборка конюшен? Я! Чистка унитазов? Я! Сибирь супермяч? Я! А ликера водочный есть? Алла! Эщей! Истемерам! Живет как при коммунизме Ибрагим Мамедович, как нам обещал Хрущев Никита Сергеевич. Не работает никто, только отдыхают все. Неужели на всей земле коммунизм пришел везде? Йохала, не может быть, мы его не ждали. Успокойся, коммунизм, мы его проспали. Вместо него к нам пришел коронавирус, негодяй. Самоизоляция, сиди дома, не гуляй. А что, коммунизм пришел? Нет, алла, чего ты взял? Ни хрена не делаем, только кушаем. Это, дорогой мой, называется самоизоляция. Да, а сколько это будет продолжаться? Не знаю, Путин с Алиевым посоветуются, ну а там посмотрим, да? В конце концов, вы дадите мне спокойно написать Мейхану или нет? Невозможно работать, я клянусь, честное слово.
вам скажу, что такое мейхана. У нас очень популярная она. Это разговор идет лишь в стихах. Спор решается в соревнованиях. Этот разговор идет лишь в стихах. Спор решается в соревнованиях. Этот спор идет обычно в чайхане. Его подхватили все в Израиле. Там уже так много-много наших есть, невозможно даже всех их перечесть. Там уже так много-много наших есть, невозможно даже всех их перечесть. Раньше была у нас родина одна, Пертембера, куда делся вдруг она? И ходил у нас по городу трамвай, поменялся все так быстро невзначай. И ходил у нас по городу трамвай, поменялся все так быстро невзначай. Раньше все носили кепки аэродром, большой кепка, видишь, это управдом. У него всегда очень большой живот, и в большой квартире он всегда живет. У него всегда очень большой живот, и в большой квартире он всегда живет. Бакинцы всегда говорят слово «да», его не перепутаешь ты никогда. Ты его узнаешь всегда без труда, он всегда в конце вставляет слово «да». Ты его узнаешь всегда без труда, он всегда в конце вставляет слово «да». Сэмэм Джаны, голову ты не морочь, ради бога, если хочешь ты помочь, положи на мой карман 500 рублей. Давай до свидания, скажи быстрей. Положи на мой карман 500 рублей. Давай до свидания, скажи быстрей. Ай, кищи, куда идешь на красный свет? Пешеходам тут дорога совсем нет. Пошел нафиг, слышу я такой в ответ. Культур-мультур у него, наверное, нет. Пошел нафиг, слышу я такой ответ. Культур-мультур у него, наверное, нет. Петрозаводский у нас есть диаспора. Мы там вместе юхширых иногда. Из армуз-тачан мы чай пьем всегда. Иногда поем мы там мейхана. Из армуз-тачан мы чай пьем всегда. Иногда поем мы там мейхана. Теперь все знают, что такое мейхана. Его можно даже читать до утра. Если его будешь читать до утра, кто тогда работать будет, скажи, да? Если его будешь читать до утра, кто тогда работать будет, скажи, да? В Баку приглашают в гости иногда. Мэхмэри чай там тебе нальют всегда. Сколько хочешь пей, сиди хоть до утра. Чай там не закончится никогда. Сколько хочешь пей, сиди хоть до утра. Чай там не закончится никогда. Хожу в гости к землякам я иногда. На столе у них всегда лежит долма. Долма самый популярный наш еда. Мясо в виноградных листьях, вот это да! Долма самый популярный наш еда. Мясо в виноградных листьях, вот это да! Какой у вас очень стройный березка. Какой в России очень стройный березка. У нас в Баку такой нету березка. Вот такой в Азербайджане загвоздка. У нас в Баку такой нету березка. Вот такой в Азербайджане загвоздка.
знаете, у меня есть друзья. С ними не встречаться мне никак нельзя. Без вахт я встречаюсь с ними иногда. Ходим мы по городу туда-сюда. Без вахт я встречаюсь с ними иногда. Ходим мы по городу туда-сюда. Восточный базар – это просто клад. Картошка, мартошка есть и гранат. Так что просто приходите на базар. Тут что хочешь у нас есть, харчевар. Так что просто приходите на базар. Тут что хочешь у нас есть, харчевар. Первый раз читаю я вам Мейхана. Если что, простите меня, друзья. Как научусь петь я вам Мейхана, буду радовать вас всех до утра. Как научусь петь я вам Мейхана, буду радовать вас всех до утра. Знаю плохо я читаю Мейхана, потому что у нас нет чайхана. Теперь все знают, что такой жанр есть. Ну тогда прощаюсь с вами, имею честь. Теперь все знают, что такой жанр есть. Ну тогда прощаюсь с вами, имею честь.